Обсуждая работу и задачи научного центра Гагаузии, в рамках рабочего совещания Федор Гагауз предложил создать на базе этой структуры терминологическую комиссию, способную дать оценку написания слов на гагаузском языке. По его мнению, уже со следующего года необходимо всем госструктурам, учреждениям и организациям, функционирующим в автономии, получать официальную информацию о проведенных изменениях и в случае необходимости проводить консультации. Это структура, которая будет ставить точку в правильном употреблении нашего гагаузского языка. Чего только сегодня не увидишь в нашей повседневной жизни, и в том числе в официальном использовании этого в этом направлении. Поэтому вот мы документ подготовили, полагаю, что ее нужно в ближайшее время принять. Работа отделов центра должна быть организована таким образом, чтобы акцентировать внимание на фундаментальном исследовании в области истории языка, а не останавливаться лишь на фольклорных направлениях. А это уже вопрос квалификации кадров, в которые нужно дополнительно стимулировать. Как вариант, это может быть башканский грант. В настоящее время работают 13 человек, которые занимают 10 штатных единиц. То есть добрая часть из 13 – это 8 человек сегодня работают на условиях совместительства, 5 человек – это, скажем, штатные работники. Ситуация сложилась именно таким образом в силу того, что в общем, мы ощущаем дефицит сегодня кадров, готовых работать. Кто в течение ближайших 2-3 лет будет защищать кандидатскую или докторскую диссертацию по истории и языку, значит, может получить башканский грант. Он также добавил, что другое направление, по которым следует ускорить работу, это материальная база научного центра. Без собственного здания центр не может проводить полноценную работу. И уже сейчас надо принять все меры по подготовке документов для проектирования отдельного здания для научного центра.